Всем привет, дорогие друзья! Мы сегодня будем играть на PUBG. Продолжаем. Мне осталось 2 или 3 игры калибровки. Это было очень сложно. И калибровочные игры действительно очень сложно проходят, потому что все пикают коров. Да и сейчас в нашем пике Акс с антимагом на одну линию отправляются. Не очень-то везет, в общем-то, в калибровке. Прям, знаете, все игры, они как под один идут. То есть они все одинаковые абсолютно. Везде пикаются куча коров. Как правило, во вражеской команде пики намного лучше. Почему-то, не знаю, с чем это связано. Ну, я не буду даже пытаться хукать, типа это бессмысленно в этом случае. А мы, кстати, 3 руны забираем. Правда, мы First Blood отдаем, но это уже совершенно другая история, да? Ладно, он выживает. Ого! Начало игры мне нравится. Я поступлю, не мешай. Не знаю, размениваться с ней смысла нету, я думаю, никакого. Так, подамажить можно. Кстати, снайпер фармит. Слушайте, фармит и фармит нормально, вроде бы. Вроде бы фармит, это хорошо. Ладно, не фармит. Окей, я ошибся. Возьмем стики, она постоянно будет прожимать виндран. У нее, кстати, есть левел 2. Кажется, это была ошибка от нее. Это была от нее ошибочка. Окей. С First Blood мы справляемся. Правда, ВР-ка сейчас очень много экспы получит. Это неприятно. Действительно, она сейчас очень много получит. Она лапнет себе еще один левел. И, скорее всего, она возьмет виндран в двойку. А это неприятно. Так, мы можем убить тинкера, но мне для этого нужен смог. Смог-курьер пока что занят. Блин, да что ж ты так фармишь-то? Я вот только похвалил тебя, и ты стал хреново фармить. Ну что за дела? Так. Пауза от снайпера. Интересно. Что со снайпером произошло? Так, берем смок. Берем вард. И кларетку, наверное, сразу себе принесем. Так, у нас снайпер отвалился. Центральную башню атакуют. О, заиграл. Нет, он знает, снайпер. Что ж ты не следишь за этим? Хрена себе, что творят ребята. Ну что, отправимся попробуем с тинкером что-то придумать. Съесть смог. Его поражать. И пойдем попробуем. Ой-ой-ой, я еще и инвиз подбираю. Ну вот это чисто удача подъехала. Чисто удача подъехала. Блин, он марши запустил. Но, кстати, марши, скорее всего, первого левела. Поэтому они навряд ли будут сильно дамажить. Четвертый левел у тинкера. У него есть лазер. У него, очевидно, должна быть ракета. И марши. Возможно, вот если марши в двойку, то будут проблемы. Непонятно, в двойку они или нет. Сейчас посмотрим.
это была твоя ошибка. Ошибочка. Слушай, а не хочет ли Тинкер? Ладно, Тинкер уже прилетел, окей. Все, сейчас ночь, у меня есть вариант его еще раз убить. По идее, но это не точно, у меня хп не так-то много. Мне нужно отходить от маршей. И забирай, дружище. Я пошел на базу. Стики я апнул себе. Пока дойду до базы, и у меня будет, в принципе, уже тапочек. С тапком будет приятнее играть. Но Тинкер меня не видел. Не видел, потому что ночь. Вот эти моменты на пуже, играя за пужа, нужно учитывать. Ночь и день, это очень важно. Если у него, если варда нету, то он вас не видит, банально. Курьер сил тьмы был убит. Мы еще курьера подрезали, да? Неплохо мы начали. 5-й левел верка, 4-й левел снайпер. Минус Тинкер еще раз. Откатилось ли ТП у Тинкера, я и не знаю. Ну а чё, пусть не, булки не расслабляет, правильно? Я не знаю, забрал он рунку-то свою? И забрал, отлично. О, Тинкер, ничего себе. А чё, убьем их? Кого Тинкера убьем? У тебя шрапнель есть, кидай? Кидай шрапнель. Что? В смысле ты не изучил шрапнель? Ты чё? Боже, ты мансишь. Так, у него там уже откатывает, поэтому я ничего дальше делать не буду. У него там уже откатывал Виндран. По верке очень тяжело попадать на ПЖ. Тем более, ну, тем более, если тебя видят. И вообще, я забодаться с ним мог, у меня 12 стиков, но просто верку не видно. Если бы верку видел, я бы с ним подрался бы. Верка могла помочь. Поэтому... На месте Тинкера... Я пошел бы сейчас либо на базу, я не видел просто, есть ли у него мана или нет, либо я бы фармил вот эту точку. Если он ее фармит, то я могу его сейчас убить. Нет, походу я не могу его убить. Нет! О, кажется, я живу. Живем. Го, давай. А, варды поставить. Снайпер умер. Как он это делает? Так, мне нужно экспы получать. Давайте на шторма переправим и... Все, заберу себе. Все, получаем опыт. Нужен опыт. У меня левел маленький. Ага, снайпер опять дисконнектнулся. Че, мы сможем без снайпера выиграть? Так, крипа на себя. Крипа зафармим. Хорошо. Что произошло? Так, Тинкер умер. Тинкер умер от крипов.
Да, я еще, кстати, с огнем играю. Я могу так-то и отъехать. У Эрки левел большой. И она меня изи убьет. Не понял. Не понял. Что это было? Что за фигня произошла-то? Да ёлки-палки, дайте пофармить. Не могу я. Опа. Сюда. Странно, вроде он мог замансить на самом деле на ВРке. Не знаю, почему не замансил. Пофарми стаки. Так, ладно, вообще на самом деле надо возвращаться и шестой получать. Подождите, у нас антимаг физи, что ли? Или нет? Что не так с этой игрой? Вообще, если на самом деле, если постараться, то мы со штормом можем эту игру вдвоем выиграть. Все, у меня есть шестой. Опа, Сларк. Седьмой левел. Можно убить его, у меня ульт есть. Да, можно попробовать. Даже ульт не потратил. Вау. Давай. Сейчас я вард поставлю. Не-не-не-не. Его можно. Я попробую выцепить его. Чё за фигня? У них вард здесь, походу, стоит. Антимакс ПТ. О, Сларк, хотим убить его? Хотим убить? Подойдешь? Он даркпак потратил. Да я отменил уже. Да господи. Я ж отменил хук. Какого черта он сработал? Ладно, отсюда надо уходить. Слишком много героев. Кстати, ларп наш спалили. Блин. Плохо. У меня даггер скоро будет, между прочим. Так что сейчас начнем грязь творить на карте. Снайпер в игре. У меня сейчас даггер будет. Можешь оставить мне крипов? Мне даггер чуть-чуть не хватает. Блин, крипа пропустил. Снайпер можно реюзнуть, там даггер важный, важный артефакт. Пойдем в Vision, посмотрим, что там у них в лесах творится. Так. Там скоро лотар будет у Сларка, надо его убить. Сейчас, подожди, даггер в курице. Засейвите! Здесь ВР-ка. Где она? Ладно. Что за фигня? О, Сларк. А тут все вообще. Надо хукать кого-то. Ох,
Так, хорошо. Что, пойдем искать? Опа, ВР-ка. Инкера можно, да. А, ВР-ка ульта дала в иллюзию. О, все, сгорел. Почему у меня такое ощущение, что меня видят? Подожди, а если мы его сейчас без... после байбека убиваем, он ливает, смотри. Он сейчас ливнет. Как же у него подгорело, наверное. А, кстати, что ты им делаешь? Не знаю, если у них здесь вот. О, курьер. А подожди, а кто у них фидит? Я что-то не понял. Убиваем? Она в меня ульт потратила. Лол, я думал, она у меня, но ты умер. Я ульта на КД. Ай-яй-яй, больно. Нет, не хотел донаиться. Почему у тебя ренжа такая? Ты что, охренел? Что? Что это было? Боже, что за шоу уродов. Сларк Лотар. Мне нужно насобирать себе на урну каким-то образом. А я предупреждал, что Сларк Лотар. Шторм, тут реген, короче, я тебе притащил, иди сюда. Вот сейчас, если мы сейчас Ларка сразу убьем, это будет вообще круто. О, хотим? Дай себя. Это его разорвало. Ульта КД. Акс, а чё ты? Он шмоху вол. У Акса и Бладмейл, и Даггер, офигеть. Там много у него. Живи! Ни хрена ты мутишь, чё? Офигеть. Задрот. Команда задротов каких-то попалась. Я чё-то прикола с курьером, правда, тут не понял. С курьером до меня вообще чуть-чуть не дошло, что происходило. Так, ну у нас снайпер фармит нормально. Мы шумиху на карте наводим. У нас Акс очень сильный. А что у них с курьерами? Что это? Что это за блин?
Я тебя что, отпускал? Я не понял. Я, правда, сейчас умереть могу. Вашу нижнюю башню атакуют. Дохиляться срочно. Ага, Сларк там, все, окей. Ну, здесь засранец, надо было вард поставить. О, май гад. Жить, жить, жить. Так, нормально. Шрайн, шрайн есть наверху. Пойдем чекнем руну, может реген или хоста. Хоста, хоста будет неплохо, кстати. О, нормально. Дота на нашей стороне сегодня. Можно юзнуть и вверх подфармить. Или сначала подфармить вверх, потом юзнуть. Еще и руны, да? Опа, а там уже забрал кто-то. Там забрал кто-то баунти. Погнали. Ух ты, ух ты. Жрём. А, Сурин, короче, взять. Я думаю, чего-то не хватает в этой игре. Димон Башер себе взял. Опа, это что такое? По-моему, это фраг. Так, бэйбэк. Аккуратно. Сейчас варды поставлю. Походу, это ГГ. Ах, хотел его заднайть. Но не получилось. Так, что там, дефать будет кто-нибудь? Да иди ты со своими болтами в одно место. Достал. Все, бэк, 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 бэк. Отходим. Заряды получили. Ой-ой-ой. Что он творит? Бежать со... О, Сларка. Я Сларка видел, кстати. Я не могу хукнуть, потому что мне Акс мешает. Боже, мы просто на краполях играем. Жесть. Короче, на всех понакидывал, сам, опа, там тинкер фармит. Верхняя башня противника
И пофиг на него. Короче, я регенерюсь пока что. Транквилы меня регенерит. Центральные казармы противника разрушены. Короче, там, я так понял, мидера обвиняют во всех смертных грехах. Обвинили во всем, в чем только могли. Так, зарядики получили. Я даже хз на кого бросать их. Шторма, наверное, у него маны еще много. Снайпер вверх спуш. $3500 денег сверху, можно вообще покупать Атос, Тараску, да что угодно вообще, что-то дофигища денег. Но, по-моему, противники уже сдались, если честно. По-моему, они уже АФК встали. Тинкер там что-то делает, сплитит. У Тинкера вообще все хреново, его прям загнобили. Он его не задунаил. Мог же. $4200. По ипу просто рейд кликам куплю. А, ульта. Ульта КД была. Типа попрятались уже. Ты что делаешь? Не. Фигню какую-то творят. Вашу нижнюю башню атакуют. Парни решили пофидить в моей команде. Ладно, нам нужно идти по нижней линии. Потому что там Т2 стоит. А у нас, походу, пушить больше никто не хочет. Так что идем дальше, идем вперед. Чё бы такого прикупить? Да, Тинкер всех убивать начал. Происходит. Так, я пошел крипов фармить. Нижняя башня противника разрушена. Ай, крип, чертов! Чертов крип! Встал прямо передо мной. Вот урод. Урну сбил меня. Ладно, заканчиваем. Никого и нету. Опа. Что
Что здесь курьер делает? Я могу его убить? Могу. Окей. Красиво вяжешь. Блин, маны не хватает. Было соуринг прожать. Забились им. Ну как это так? На самом деле, просто кто-то сгорел и начал какую-то херню в игре творить. А я так понял, это был Тинкер. И, в общем-то, все пошло у них не так.